Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. У нас в Омахе какая-то непонятная зима творится. На улице, ну не знаю, градусов, наверное, плюс 11, плюс 12. Вот в свитере в конце месяца, наверное, вообще уже весна начнется. Хочу анонсировать мероприятие, которое запланировали на конец месяца, на февраль, на 25 число. Это последняя неделя февраля, последняя суббота февраля. Празднование Масленицы. Праздник, который очень почитаем на Руси. Вот еще языческий. Никакого отношения к православию не имеющий. Вот что очень радует. Хороший такой добрый праздник. Я уже сделал рассылку по некоторым своим зрителям, кто живет в Омахе, по друзьям, знакомым. И изрядное количество людей уже подтвердило свое участие в этом мероприятии. Проводить его будем в парке Чалка ориентировочно. Все будет зависеть от погодных условий. Надеюсь, что прогноз погоды долгосрочный не обманул и не обманет. Вот. Так что вот последняя суббота февраля, Масленица. Все, кто проживает в Омахе, все, кто находится в окрестностях, вот, в основном, конечно, касается, в первую очередь, русскоязычных зрителей моего канала. Вот. Подтягивайтесь. Я в этом видео укажу свой email. Вы можете послать запрос, и я вам пришлю информацию об участии в этом мероприятии. Еще раз повторю, замечательный такой светлый праздник, празднование Масленицы и начало весны. Вот. Warmly welcome все желающие. В конце февраля месяца празднование Масленицы. Итак,